лисом убегает. Ой, ой, я бежу к лисе. Привет, ленючий. Опа, опа, пошли охотиться. Вот нос у нас как. Он уже весь в пятнах. Серый уже становится. С одной стороны Сеня, с другой стороны Бэмби. И там еще лис. Ну, сзади лис где-то маячит. А рыженький цвет лучше, чем серый. Ну, он будет серым. Не, я знаю, что он серым будет. Месяц тоже будет серым. Так, Сеня. Но он уже весь Сеня. В пятнах. Причем серая шерсть у него вот это выпадает, а серая короткая-короткая пока. Еще пока не выросла. Во какая мы. Будем вот такого цвета мы будем. Тюк. Так. Его-то были точно готовки. Она бежит. Бэмби, не надо его топтать. Он вредный. Его топтать не надо. Два этих маленьких животных. Этот по возрасту, этот по размерам. Я все, групповое фото готово, да? Да. Я лось и медведь. Да. Лопоухи наши. Так съесть и хочет медведя ведь. Так и хочет затоптать медведя. Еще у него мания. Ему просто любопытно. Не, он ногами будет сто раз стучать. Да, от меня обтереться, ну конечно. Кто же еще тебе почешет-то шейку? Линяю, говорит. Линяешь, давай почешу шейку. Конечно. Ой, ой, ой. И глазки почешу. Все почешу. Давай. Че на хорош. Кон почешу. И молочка-то тебе принести надо. Потом я на тебе кататься буду. Через месяц на тебе кататься может. Иди сюда. Когда же я с ним смогу поиграть, чтобы он меня старался забодать? Зачем? Ну пока.